Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня в видео постираю вышивку из магазина Fix Price. Обзор на нее я делала ранее. Ссылка на видео с обзором, с покупкой этой вышивки и плейлист с обзорами на много вышивок из магазина Fix Price. На все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Так она выглядит до стирки, когда я ее вышила. Стираю в горячей воде с порошком. Я ее замачивала и терла. Двумя руками и очень сильно. В отличие от многих других вышивок, стирку, на которой я уже снимала, показывала ранее, вода почти не окрасилась. Воду меняла, вода не темная была. Вышивка высохла. Канва стала мягче, разводов на самой канве нет, и нитки у канвы не торчат, как у других вышивок, которые я ранее стирала и вам показывала. Канва хорошего качества. Не красится, в общем-то вообще просто великолепно постиралась. Это мой отзыв и только мой обзор, и результат только на моей этой вышивке. У вас все может быть иначе. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.